Сообщение из Управления муниципального контроля. С сегодняшнего дня по 1 июня ограничено движение автомобилей в районе дома 9А микрорайона «Космос», а также на дублерах проспекта Угарова и улицы Ярошенко около строящегося дома номер 11. Помимо этого, с 20 мая по 20 июня огорожен участок на улице Ленина со стороны дома номер 53. Все это связано с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения.